Икра и рыба камчатская вновь в Мурманске. Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов, а также приобрести их к новогоднему столу. Подарите незабываемый праздник себе и близким наисвежайшими угощениями. Выставка «Икра и рыба камчатская» уже не первый год радует северян своими деликатесами. Здесь можно приобрести чевычу и красную икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, кижуч и белугу. Глаза разбегаются от разнообразия рыбы. Чевычу, белорыбицу. Очень вкусно. Не первый раз покупаем, поэтому всегда берем. За икрой пришла. Я хочу купить икры красной. Потому что у нас в магазинах нету по доступным ценам икры, поэтому приехали попробовать камчатскую. Всем известно, что морская дикая рыба и икра обладают множеством витаминов. Например, чевыча – ценный источник жирных кислот омега-3 и 6, витамина D, белка и фолиевой кислоты. Важно, что камчатская рыба выращена не искусственно. Кроме того, ее коптят только на натуральных опилках – яблони, вишни и груши. Очень нравятся грибы, рыбка. Рыбку купил, чевычу соленую. Почему нравится чевыча? А потому что я сам с Дальнего Востока. Чевыча вообще отличная рыбка. Я беру потом в морозильник и хватает надолго. Она хранится хорошо в морозилке. Такая жирная, вкусная, малосоленая, вообще отличная рыба. Чевычку купили на праздничек. Придут дети, будем угощать на Новый год. Камчатская рыба и икра может стать главным блюдом на вашем новогоднем столе. Ее вкус оценят все гости праздника. Приобрести дальневосточные деликатесы можно по 18 декабря включительно на новогодней ярмарке на Кольском 51.